Важные группы мышц для бифинов, моноласты и браса. Конечно, в каждом стиле ныряния, плавания есть свои основные группы, но поскольку мы сейчас больше говорим о базовой подготовке физической, имейте в виду, без корпуса, без мышц кора, которая называется, далеко мы не уедем. Спим в планочке, едим в планочке, пьем коктейль в планочке. Грудь, попа, бедра. Ваше все.